Всем привет! Сегодня поговорим об обновлении Linux Mint 17.2 до 17.3. Итак, значит, здесь вот я сделаю необходимое приготовление. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь команд. Ну, давайте начнем. Первое. Спрашивает имя пользователя. Ну, заводим наше имя пользователя. Заведем вторую команду. Тут спрашивает, да или нет. Нажмем Yes. Так, ну и теперь заведем третью команду. Четвертую. Затем все это дело обновим. Заведем еще одну командочку. Yes. Так, я в русской раскладке, значит, надо поставить «Да». Ну и заводим последнюю команду. Yes. Итак, обновление закончилось. 35 отнять 10, 25 минут это все дело заняло. Ну, попутно я, можете смотреть там какой-нибудь фильм, там заниматься своими делами. Значит, 10 минут, это 26, ну, нормально. Итак, я перезагрузился. Ну, сейчас я варите пока отключу, чтобы было лучше видно системный монитор. Какой-нибудь фон потемнее сделаем. Ну вот видно, что 17.3 у нас теперь. Ядрошко с 3.16 стало 3.19. Еще я хочу посмотреть состояние файлика Каспер. И несмотря на то, что мы блокировали эту версию, все равно это не помогло. Версия поставилась 1.340.2. Удаляем. Применить. Ну, пока там суть до дела. Я сейчас этот файлик скачаю. Зайдем на кладовочку на Мега. Linux программы. Вот файлик для 64-битной сборки. Для 32-битной вот здесь. Ну, он уже загрузился, пишет сохранить. Да ради бога. Так. Запускаем его.
отказываемся от новой версии, нам нужна именно старая. Вводим пароль. И ставим файлик Каспер. Вот таким вот образом, значит, закрываем его. Ну и теперь немаловажно, что вот SystemBug требует снова установки. Можно установить через менеджер пакетов, можно установить через команды в терминале, как нравится. Вот можно пойти сюда, менеджер программ, заводим пароль, пишем здесь SystemBug. Вот он здесь находится. Вот его и ставим. Ставится он быстро. Вот он здесь появился. Заходим. Ну, сначала пробежимся в настройки. Вот. Галочками у нас отмечено создавать, это тут отмечено. Так, зайдем в исключение. Ну, тут все необходимое отмечено, ну, убираем все. Вот еще скайп могу отсюда убрать. Нормально. Ну и теперь проверим, как работает файлик. Создадим живую копию. Закончил создание образа. 2,3 гигабайта всего. Посмотрим, как он грузится. Ну, он загружается образ. Система загрузилась, но это самое главное. Значит, виртуальная коробочка и SystemBug находятся в рабочем состоянии. Что, как говорится, и требовалось доказать. Так, и теперь я бы хотел поднастроить еще меню загрузки. В официальной версии SuperGood менеджер вообще не хотел грузиться. Ну, здесь посмотрим. Установим бург. Поднастроим меню загрузки. Ну, посмотрим, как это дело будет выглядеть на эмуляторе. В принципе, меня устраивает такая менюшка. Ну что, остается только применить изменения. Закроем все это дело. Ну что, и нужно будет еще раз проверить только стартовое меню. Что там у нас будет стартовать?
автозагрузки. Alarm Clock, Aero, Conky, Dropbox, Mega. Так, вот этот я уберу. И добавлю-ка я еще Skype. Вот таким вот образом. Да, все нормально. Ну что, финальная стадия, перезагрузимся. Итак, я перезагрузилась, менюшка загрузки красивенькая вышла. Supergroup Manager работает, System Bug работает, создаются образы нормальные, корректные. Ну, единственное, что пришлось переставить файлик на Каспер. Ну, его всегда можете с моей кладовочки скачать и переставить. Ничего здесь сложного нет. Я уже это много раз показывал, как делать. Так что вот где-то там за 20 минут, ну, плюс там под себя поднастроить, значит, ну, займет там где-то полчаса. И у вас будет новая версия Linux Mint 13. Значит, ну, так. Все остальное работает нормально, так что вот желаю вам всяческих успехов и удачи.